Привет, друзья! Какое-то время назад, а именно весной, после таяния снега, мы обнаружили у себя на втором мансардном этаже некое протекание. То есть лужицу на полу посредине комнаты. Потолок был сухой, начали искать, и путем там сложных изысканий обнаружили, что протекает по внешней стене, через окно, потом на подоконник и на пол, и потом вытекает уже на ламинат. А вот до последнего времени это проявлялось только в момент таяния снега. Вот. Но вот сейчас, в пору осенних дождей, видимо, ветром расшатало листы. Ветра сильные у нас теперь стали. И вот после суточного дождя, там, где была подложена тряпочка, она оказалась влажная, ну, мокрая. И на окне были опять капли влаги. Пришлось лезть на крышу, выяснять. Нашел я там парочку мест, где, видимо, саморезы разболтались кровельные, и через эти дырки проникала влага на ветрозащиту, и по ветрозащите скатывалась на обшивку уже внешней стены. Вот, ну, поехали, купили два новых листа, и сейчас я их смонтирую на крышу, покажу, что там снял, куда, что там получилось. В общем, смотрите. Вот и забрался на верхушку. Собственно, вскрыв два листа, вот здесь было место, где протекало. Там были дырочки под саморезами. И вот здесь из-под самореза протекало. Ну, не так много. Вот. Там наверху, в принципе, сухо. В общем, следы конденсата. Конденсат должен стекать, в принципе, нормально вниз листов. Там есть вентиляция, его не так много должно быть, как влаги из этих отверстий. Ну, сейчас вот купил два новых листа, сейчас буду монтировать. Заменил два листа. Немного по волнению подошли, но не страшно. Крыша — это у нас не супер люкс, это не элитный коттедж. Вот, главное, чтобы не текло. Пока делал, пришла мысль, как в будущем, скорее всего, если дети будут продолжать жить в этом доме, лет через 10 надо будет ее сделать по-нормальному. Вот. Ну, а пока вот так.
Сейчас буду спускать лист, который заменил. Ну вот я спустился, вот такой лист там был 2,5, один что-то метр там с чем-то. Вот, ну в общем поменял, посмотрим, что покажет сегодняшние ночные и завтрашние дожди. Надеюсь, все будет хорошо и всем хорошего настроения. Пока-пока.